Дети знаменитостей часто идут по стопам своих родителей, это общеизвестно. А как дело обстоит с внуками? В нашей подборке внуки Элвиса Пресли, Одри Хепберн, Алена Делона и других культовых личностей 20 века. Эмма Феррер, 23 года, внучка Одри Хепберн. Эмма Феррер родилась через полтора года после смерти своей легендарной бабушки Одри Хепберн. Девушку нельзя назвать точной копией великой актрисы, но некоторое сходство определенно есть, особенно оно проявляется во взмахе длинных ресниц и очаровательной улыбке. По словам Шона, отца Эммы и старшего сына Одри Хепберн, его дочь намного более уверенная в себе, чем ее скромная и эмоциональная бабушка. Однако у двух родственниц есть и немало общего. Обе они занимались балетом и обладают замечательным комедийным талантом. Впрочем, Эмма не спешит становиться актрисой. Она изучает живопись в Академии искусств во Флоренции, а также пробует себя в качестве модели. Туки Брандо, 27 лет, внук легендарного Марлона Брандо. Туки появился на свет при весьма трагических обстоятельствах. Его мать Чейни, одна из дочерей Марлона Брандо, была наркоманкой и шизофреничкой. Во время беременности она принимала наркотики, а вскоре после рождения сына ее поместили в психиатрическую больницу. Когда ребенку было 5 лет, она покончила с собой. Своего отца Туки вообще никогда не видел. Тот был застрелен за месяц до рождения сына во время семейной ссоры. Убийцей был старший сын Брандо Кристиан. С самого рождения Туки воспитывался своей бабушкой, таитянкой Таритой. В 17 лет он дебютировал в модельном бизнесе, став лицом бренда Versace. Сейчас Туки изучает медицину во Франции и продолжает покорять подиумы. Об актерской карьере он даже не задумывался. «Даже если бы я захотел стать актером, мне было бы слишком сложно. Люди бы постоянно говорили, что я не так хорош, как мой дед, поэтому я предпочитаю заниматься чем-то другим». Райли Киу, 28 лет, внучка Элвиса Пресли. Райли Киу – старшая дочь Лизы Марии Пресли, Дэнни Киу. Райли не захотела пойти по стопам своего знаменитого дедушки и заниматься музыкой. Она предпочла стать актрисой и моделью. Сейчас на ее счету около 20 ролей в кино. Самые известные фильмы с ее участием – «Безумный Макс», «Дорога ярости» и «Девушка по вызову». Элисон Леберш, внучка Алена Делона, 31 год. Элисон Леберш является дочерью актера Энтони Делона, сына легендарного Алена Делона, и танцовщицы Марии Эллен Леберш. Еще до рождения дочери ее родители расстались, и девочку воспитывала мать. Своего знаменитого деда Элисон впервые увидела в 11 лет. «Когда мы впервые встретились, то были поражены нашим сходством. Когда я смотрю в зеркало, то думаю о нем». От Алена Делона Элисон унаследовала яркую внешность, которая помогла ей стать преуспевающей моделью нижнего белья. Камила Готлиб, 19 лет, внучка Грейс Келли. У принцессы Монако Грейс Келли 6 потрясающих красивых внучек, но больше всех на знаменитую бабушку, похоже, 19-летняя Камила Готлиб. Младшая дочь принцессы Стефании. Сейчас Камила учится в одном из университетов Монако, много путешествует и увлекается фотографией. Тони Кастро, 20 лет, внук Фиделя Кастро. Тони Кастро пока что широко известен только у себя на родине, на Кубе, где он уже позировал для нескольких именитых фотографов в качестве модели. Глядя на его фотографии, не приходится сомневаться, что мировая слава юноши в ближайшем времени просто обеспечена. Нико Марли и Скрип Марли, внуки легендарного Боба Марли.
У Боба Марли было 11 детей от разных женщин, и назвать точное количество его внуков достаточно затруднительно, хотя многие из них добились значительных успехов. Например, Скип, сын одной из дочерей Боба, пошел по стопам деда и тоже занимается музыкой. Он даже записал совместную песню с Кэти Перри. Другой внук Марли, Нико, стал игроком в американский футбол. Наоми Уайлдинг, 41 год, внучка Элизабет Тейлор. Одну из внучек Элизабет Тейлор зовут Наоми Уайлдинг. Она владелица картинной галереи. В юности Наоми часто навещала свою бабушку в ее доме в Лос-Анджелесе. Звезда показывала внучке свои драгоценности и наряды, а также прививала ей чувство стиля. «Другие бабушки не позволили бы мне даже выйти из дома в тех нарядах, которые я брала у Элизабет. В некоторых из них, например, был виден бюстгальтер, а моя бабушка говорила: «Просто сними его». Татьяна Шлосберг, 27 лет, внучка Джона и Жаклин Кеннеди. Татьяна Шлосберг, младшая внучка Джона и Жаклин Кеннеди. Своим необычным именем девушка обязана отцу Эдвину Шлосбергу, еврейскому иммигранту с Украины. Как и ее знаменитая бабушка, Татьяна решила связать свою жизнь с журналистикой. Ее последним местом работы стала газета New York Times, где молодая женщина освещала экологические проблемы. В сентябре этого года Татьяна вышла замуж за Джорджа Марана, студента медицинского факультета.